Все, пришли, Игнатий Тихонович. Пришли. Добрый день. Это вот у меня 38 томов книг, которые вышли. Так, распечатываем. Можно свет включить? Свет, а? Свет. Это, ножом на роли запишу. Ножи там. Вон там, за досками. За доской. Это, да? Господи помилуй. Так, книги печатаем вот эти вот. Горно-Алтайский, остальные Можайск. И сейчас у нас там письма православия. Она была 440 страниц, а теперь это 600 можно. То есть переиздание работал целый коллектив. Вот что ты помилуй. Вот сколько. Это два экземпляра, поэтому один экземпляр, смотрите. Угу. Проповеди в стихах. Угу. Все это ламинированное. У каждой свой 880 страниц. Фотографии 96 страниц только цветных. И здесь стихотворение, каждая проповедь в стихах. Этого никогда не было. 3398 стихотворений. Видите, как эпиграф. Стихотворение. Примерно 80 положено на музыку исполняется. Так, держите, это первый том. Вот. Ну, давайте склоним. Дальше. Проповедь в стихах. Тут мы посмотрим, как закрыть. Так, чтобы не упало. Вторая. Видите, какие? Все разные фотографии. Угу. Так, третий том. Проповедь в стихах. Вот точно так же. Новые стихи. И четвертое. Вот, четыре. Это 4 килограмма, 440 грамм. Угу. Так, это я оставляю. Теперь привязанный Новый Завет был. Это в город Можайск. Там самая сильная типография, и там сейчас это издается. Если бы так сам издал, он никогда не издает. Вот он, видите, какое оформление. Вы же нам полностью в трех томах его передаете, да? А? Может и не вскрывать тогда? Если да, можно не вскрывать, полностью. Я хотел показать. Это вот 16 страниц фотографий цветные. Каждый. Можно не вскрывать, так, пожалуйста. Так, давайте посмотрим. Я запишу уже сейчас, да? Это 7 книг. Все, это сегодняшнее число. Значит, сегодня у нас, подожди, вторник? Да, 10. Октября 2023 года. Вам удобнее сесть, может быть? Нет, лучше так. Так.
Ну и все здесь остальное. Значит, название «Проповедь в стихах». Вот издание 23. У всех томов, да? Да. Вообще со страниц там видно 880. До единой строчки занято на странице. Так, Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. Вот еще, значит, полное толкование Нового Завета. Впервые за 2000 лет вышел такой полный комплект. Новый Завет — это вторая часть Библии. Полное толкование. Так, по сети Матфея. А там на титуле издание Барнаул или Можайский? И это издание Можайский, город Московской области. Тоже 23-й, да? Да. Тоже 23-й год, да? Тоже 23-й год. Тоже 23-й год. Это переиздание было. С небольшими добавками. Три корректора еще дополнительно работали долгое время. Все буквы, где ее нужно выставили. Ну, ксерокса у вас нет же, да? Так, посмотрите. Перед тем, как расписаться. Тогда я в двух экземплярах пишу. Нам же тоже надо, чтобы расписать. Хорошо. Значит, кто помогали людям, мы показываем. Вот это вот у меня... Дайте, я спешу сразу. Для сведения. Вот смотрите, книги вот эти было, 1000 экземпляров. 750. Это подарки библиотекам только были. Мы проехали от Владивостока до Португалии. Все государства Европы и библиотеки имеют эти все наши книги. 38 томов. Папы римские получили, королевские библиотеки. Как они это восприняли? Чуть-чуть погромче. Как они к этому отнеслись? А? Как папа римский к этому отнесся? Ну, мы с женой еще не встречались, только передали? Там, где ее мужа была, через кого. Франциску и Венедикт, который недавно понял. Мои книги, эти библиотеки у Путина. Вот выступает главный священник сейчас Андрей Ткачев. Корреспондент берет, у него останавливается в доме на книгах и мои книги показывает. Книги на обследование брали монастыри. Уже 13 лет исследуют и ни одного слова не могут сказать против. Я никому не угождаю, вот что задевает. Прав, не прав, значит не прав. Вот мы строим по деревне потеряю. Я вначале думал, в комнату зайти, туда унес книги. А сегодня посмотрел, какой у меня там яролаж, мы только вернулись из деревни. Брат был там полгода, 4 месяца.
Выше страха не зайдем. Толкованием Новый Завет, блаженных Филакт. Об этом сейчас по другим святым отцам. Это все Википедия Игнатия Лапкин давно видите по мне. Надо расписаться, сдал. Вот это. И фамилию расшифровать. Так. И тут расшифровать надо. Угу. Ну и на своем, там вы сами еще, экземпляре. Давайте, еще где-то расписаться. Ну на своем экземпляре вот тут. Тоже так же. Я не погромче маленько скажу. Точно так же. Так же, да? Да. Все, это ваш экземпляр. Это остается у меня, да? Да. Хорошо. Так, у меня будет небольшая к вам просьба. Угу. Мои визитки, они переполнены интернетом. Ну, вы если зайдете в Википедию Игнатий Лапкин, там все подробно описано. Угу. Вашим сотрудникам можете подарить. Это все открыто. Хорошо. Ну, везде всем. Угу. Тут вот, вам дети, угу. Прочитайте их вслух. Дети, воспитанные во Христе. Это мой брат-священник там стоит. Угу. Воспитание детей. Это поднимет Россию. Сделать великой и славной. Посмотрите, у нас как флаг тут это. Я все доказываю, это лучший флаг в мире. Так, давайте куда заложить. Сейчас мы заложим. Так, брат, до автобуса проводить надо все. Так, это у нас здесь храм вам показать? Эй, я ж на работе. Вот эта стенка у нас. У меня ж рабочее время. Ну ладно, смотрите. Да, я... Давайте как? Сейчас попробую. Я могу гарантированно сказать, таких книг не будет. Ни в одной библиотеке. Ну, у нас-то будет. Это подарок лично вам и директору. Спасибо. Видите, всем хороший крупный шрифт. И это я сейчас только покажу первую страницу. Видите, по благословению патриархи Кирилла. Угу. Так что никакие сектанты, никто тут. То есть это наш патриарх. Так, теперь я тут доложу. Директор Иванович.
Так, брат, давай, посади на автобус. Давай-ка я возьму. Все. В общем-то, так, посмотрите внимательно, ничего не обронили, не... Нет, все нормально, все да? Хорошо. Видите, у нас когда заходит человек, он на часами, на улице везде открыто. Потому что все свое, мы ничего не потеряли. Все, во славу Божию, чтоб книги послужили. Спасибо. Вы сами понимаете, что это не то, что сегодня там какой-то Сорока напишет на газетной бумаге. Здесь все бумага, все высшего качества. Там выключил свет, нет? Выключите. А там выключил? Да зайдем, выключим. Видите, вот нам человек даже так просто зайдет, он обязательно прочитает, что тут написано. Евангелие. Проповедуйте. Но больше нет ничего. Это у нас церковь. Вот когда у меня 11 лет шел суд с властью, когда я был уже освобожден, реабилитирован, как жертва политических репрессий. Ну и 11 лет шел суд. И то, что я тогда издавал, оценили по тем деньгам 11 миллиардов. Вы знаете, эта история описана везде. Ну и все, конечно, двери открыты. Тут Баварин приехал, вот в этом месте фотографировали, ударили по рукам и поцеловались. Я поэтому, когда хожу на мост туда, там, где его памятник, там, мы всегда молимся о нем. Близкий-близкий был, он постоянно приезжал к нам тут, Владимир Николаевич. Мы одногодки с ним были. Все, с Богом. Понятно, спасибо вам. Проводи, посади. Нет, нет, она сама хочет. Нормально. Не надо? Все, да. Донесете, да? Да, они вас не хотят. Ну, спасибо вам. Вставайте с Богом. До свидания. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.